настолько сильные. Ты даже не представляешь. Могут любого разорвать пополам. Молодец. Куда вы нас ведете? Империя вынудила жителей покинуть дома. Испуганных беженцев отправили в трудовые лагеря. Или даже хуже. Эй, Беди-один. Ты там в порядке, Беди-один?
Привет, BD-1. Выручай меня, BD-1. Покинул Бога, но я узнал о Зефо больше, чем надеялся. Закрыто. Кажется, у нас проблема.
Снова сканируешь? Вовремя. Хорошо. Yeah.
Мне это не нравится. Куда ты делся? Взломаешь? Жаль, что щуп-адаптер сломан. Но дать отпор тому Богарту? Ты храбрец. Поможешь, PD-1? Мириен, береги нашу Сиену. Я не могу. Сэры, базу Империи покидает транспортный корабль. Слышала. Они хотят отвезти артефакты Зефа на Корусант. А это значит? Что Императору интересны Зефа? Может быть. Житель был ранен, но он убил штурмовика. Слышал, что случилось с командиром? Ага, в его комнату как-то пробрался Скунгус, чуть не разорвало на куски. Говорят, кто-то его туда специально подложил. Как настроение, Биди? Хорошо, я рад. Нашелся нарушитель. Я за тобой слежу.
Я пробью твою защиту. Блокируй сколько угодно, мне нужна лишь пара попаданий. Они выросли.
Нужен Стим! Заняли планету Зефа, перераспределив ее жителей. Однако здесь не удалось найти ничего, что имело бы значение для проекта Бур. Электромагнитные ветры планеты вывели из строя большую часть нашей техники для горной добычи. Тем временем все больше штурмовиков гибнет от опасной фауны. Мы не сможем выполнить здесь выданные нам предписания. Рекомендую закрыть проект и оставить небольшой аванпост для охраны наших технологий от мусорщиков. Спасибо.
Можешь оказать помощь. Едва уцелел. Я кое-что узнал. Что им известно? Ничего о Кордове. Не думаю, что Империя знает о его визите. Значит, у нас преимущество. Пока. Любопытно. Мы на верном пути. Мне не пройти. Там впереди шторм. Он как-то вывел из строя приборы Империи. Я чувствую, как что-то тянет меня туда, за шторм. Не противься. Позволь силе обострить твои инстинкты. Хорошо. Я постараюсь. Здесь такая же штука. Может, они связаны? Yeah!
Собираюсь, Тим! Стим, давай! Можешь мне помочь? Спасибо тебе. Они такие милые. Впервые вижу такой сильный шторм. Да, невероятно. Мой друг, полагаю, это самое древнее из найденных нами мест Зеффо. Несмотря на зарок, я никак не могу забыть о хранилище на Бога. Образы определили судьбу целой культуры. Я должен понять, почему. Гробница. Она огромная. А имперцы? Пока их тут не видно. Что насчет Кордовы? Я не очень понимаю, что мне искать. Он немного... эксцентричный? Мне ли не знать? Но он бы не отправил нас сюда потехи ради. Подумай как следует. Ты это видел? Ох. Проверим.
Впервые такое вижу. На помощь! Беги один! Нужна помощь!
Световой меч решает не все проблемы. Гораздо лучше. Thank you.
А? Агрессии, мы противостоим ей. Сила помогает нам в этом. Препятствия на пути определяют сам путь. Что стоит на пути, становится путем. Ну, попробуй еще. Хорошо, продолжай. Быстрее, заверши испытание. Что стоит на пути, становится путем. Хранитель был уничтожен уже давно. Взгляни на рисунок на этой коре. Это неповторимая текстура. Это может быть только дерево Вроширска Шиика. Пора обратиться к старому другу. Если Зеффа бывали на Кашиике, существует большая вероятность, что вождь Тарфул знает об этом. Помощь!
Чтобы сдвинуть сферу, одного ветра недостаточно. Ага, чтобы сдвинуть сферу, одного ветра недостаточно. Мой друг, эта гробница чрезвычайна. Интересно. Это должна быть еще одна сфера.
уничтожены намеренно. Я все еще улавливаю ту ненависть. Thank you.
Слышатся мелодичные перезвоны, что-то еще. Голоса из прошлого? Использовали их при медитации. Думаю, они обучали владеющих силой. Эта реликвия очень стара. Кажется, она использовалась при обучении Зефа, владеющих силой. Thank you.
Зеффа создали этот артефакт как подношение ветру. Его намеренно разрушили по неизвестной причине. Thank you.
время для Стима. Я был на волоске. Нашел. Зефа отправились на Кашиик. Кордова упомянул некоего Тарфула. Вождь Вуки
Они были старыми друзьями. Думаешь, он еще жив? Есть только один способ это узнать. Полетим на Кошиик.